раунд 3, а не мне мозги ебут. Мой парни скрыть, дело нескольких минут. Ты автор книгу Киев, не хоть ли нырнул? В реальном мире пройдет несколько минут. Слышь, тут параллельный мир, мартышкин труд. В эфире радио ностальжи на хип-хоп-ру. Ты плодовитого, я проник тебе в литру. Барни, Муравьед, Бондарев, Олег, ты труп. Ты писатель от Буга, спроси любого. Он будет сразу заколдован увлекательным слугам. Кто бы еще, кроме тебя, свой написал некролог? Сходу закопав своим третьим раундом свой же шанс андердуга. От души били три, сколько миров не создашь. Ты и сам лишь NPC, не игровой персонаж. Герой карикатурный, сколько томов не продашь. Глаза бросается халтурно прорисованный пейзаж. Лох, рэпчик не твое, бывает просто не дано. Проза постное говно, хоть строчишь просто не давно. Вопрос ребром: каково жить, когда ты во всем посредственность? Отец семьи из-за фэнтези выглядит как девственный. Коллег смекни, все, прекращай. Кринж пиздец, трипл экс, едва заслышав верещат. Рифма без, трижды крест, тебе в судействе по очкам. Гришка лец, лишний вес в игре, съел на ней собак. Гришка вец, этим постапокалипсис твой стал катастрофа. Синий ебальник, аватар был наспех взят с фотостука. Где профсоюз писак, это помощь неимущим. Сдай макулатуру свою, сам устройся ночным грузчиком. Слышь, ты обломал 7-3 раунд с дуру. Мне думалось, папа муравей был бы хотят уравей, но ты не добрый маг. Компрофакт, компромат, готов пропахнул. И так пруговнул, ты прав, каков мой враг, таков мурав, суровый факт. Твой клип называется «Развод», в нем ты горько причитаешь, собираясь на завод. Мол, спит с любовником, женат, с ним бухаешь. Алкоголь, предрассудки патриархата, ты альфа, чиник укол. Я не хотел о личном, скандалы, баг и не фича. Но ты же сам это слил, твой трек автобиографичен. Плюс уточню для тех, кто не стал вникать в твои вирши, твоей нынешней жене рисунок. Я здесь, а бывший тем любовником был. Я звал прогуляться до дома. Она била фонтаном, словно она пьяца на вона. Я проник в твой мир, будто тебя по мацу проктолог. Когда пришвартовался к ней, как у палаца гондола. Гондольер, я, ты все тянешь в пасть, лангольер. Хватит жрать, Олег, ты уже с виду шар. Монгольфьер на книжной ярмарке, ты б как швейцар ждал в фойе. Видом муравьеда на поводке, будто браконьер. Бич, я купил твой трэш, серия Кремль 2-2-2-2. Роман Тушина потушен, едва был лишь мой пердак. Дабы передать для слушателя весь ужас тебя, я погружусь в роман на пару минут и шустро назад. Let's go. Идет пепельный дождь. Где я? Зачем на мне доспехи? Где зонт по сравнению с тем, как быстро время течет? Здесь оно во внешнем мире густой кремовый торт. Шаг вперед! В небе светила не сияют. Вместо них во тьмах сюжетные дыры зияют. Язычия описаний ландшафта на всем остался радиоактивный осадок. Я ползу по-пластунски, избегая скользкие отростки, в поисках хоть тусклой смысловой нагрузки. Под сюжетной яркой пусто, саспенс не ходит вверх-вниз, как будто хвост у трясогузки. Мутант трясогузка, да эту хуету я рифмы ради выдумал, и выдут названия не лучше. Плюс чем оправдать ту же крысу собаку, ей же не нужно даже рифмоваться, барни, это булшит. Жанр кибергод а-ля Рюс, тонкий вкус. Я пойму его, как только напьюсь. Меч, микрочип, иконка. Герои в речи на полном серьезе юзают не кручинься и тонко. Лубочный стиль, кто тут главный по пошлости? Что с тобой? Что-то за сталкер в кокошнике? Господи, я достал счетчик Гейгера. Он показал, что у тебя щечки геймера.
От заброшки бегом до звезд Кремля сюжетная ветка приводит метро Глуховского прямиком. Автору снятся Нобели с Оскаром, но он пока едва обоссал над гробе Тарковского. Это постап или пинап? Неонуар, фуллаут, киберпанк или пикап? Ведь церебротная линия бойни и романта настолько плоха, насколько трешак остальной роман. Существа зовутся Нео, Кио, Био. Надеюсь, автор накопил на Киа, Рио. Герой стреляет на уровне Пиу, Пиу. Писатель гордо вписывает Фио, Био. Сын, тебе незнакомы прозы, азы. Выбор слов взлета вызывает рвотный позыв. Вот и четкий посыл. Даже в постельной сцене, не используя оборот, дошел до вожделенной щели. Сука, возвращаться пора. К аппарату скоро начнет закрываться портал, пока я вис уже целый месяц тут вне чтива. Это было дело нескольких минут, Алисгуд. Я уже батлю графомана, уже дизель Олега. Ты мой дауншифтинг дня, и твоя миссия века. Наблюдение, пока трек не отдали на сведение. В твоих мирах тебя за шпек отдали на съедение. Бой не ценит в Мордоре кривой старителлинг. Бондарев точно не Феликс, ноль хитов, где бестселлер. Пока тут пишут такие, как ты, Акунин в бегах. Зови Марку меня, раз ты думал, ты акула-пират. Раунд три, они мне мозги ебут. Мы парни вскрыть, дело нескольких минут. Ты автор книг, окей, я в ней хоть ли нырнул. В реальном мире прошло несколько минут. Слышу параллельный мир, мартышкин труд. В эфире радио Настаджи на хип-хоп-ру.